Как вы относитесь вот к этому заигрыванию с хип-хопом, который происходит вот, со стороны наших политиков? И вы говорите, невозможно писать там рэп о том, о сём, а тут вот люди о патриотизме и православии пишут хип-хоп. И это прокатывает, и это ну, получает да. поддержку, правда, не масс. Но... Ну, кстати, почему нет? А вдруг человек действительно там любит православие и раз рэп? Ну, конечно, если бы только это не был человек, который до этого точно так же пел про и наркоту. Ну, как бы, я не знаю, все хотят, то есть там у попсового исполнителя, например, круто, если где-то в песне есть речитатив, там кто-то читает. Как-то все хотят приблизиться, как-то, не знаю. Не, ну вы знаете, о каком персонаже я говорю. Он прекрасно совершенно пел антисистемные песни. И о у Рома Жиган. Я... Рома Жиган сейчас, он... Он сейчас в Ванкувере, да. Олимпиада закончилась. Олимпиада закончилась. Значит, он уже приехал. Так все-таки вот прокомментировать то, что власть как-то с хип-хопом сближается. Вы чувствуете жар власти где-то поблизости уже? Скоро к вам придут. Вот на самом деле у Ромы Жигана такая позиция странная. Он вроде бы сначала там всю дорогу там воровской ход, что-то такое. Там, и здесь же он битва за респект, Владимир Владимирович, вы наш кумир. И с Димой Биланом у них там чуть ли там совместный трек. Я вот не понимаю таких людей. Может быть, лицемерие? Хорошо, что как-то власть обратила внимание на хип-хоп. И... Ну вот власть к вам приходит и говорит, слушай, хватит про травку петь. Давай ты споешь, и травка – это плохо. Мне говорит, скоро новый альбом, а где будет? А вы все-таки в оппозиции находитесь? А по оппозиции находитесь в системе? Ну, я как-то вот так нашел, как-то, я не знаю, какую-то середину. То есть они как бы знают, но они все слушают сами абсолютно. У них там раньше эти альбомы центра было, как, знаете, на учебное пособие какое-то, там, где искать наркотики, как вообще их находить. А там были такие, да, эти ключи? Были мы там, да, в капюшончике, там носим по райончику в капюшончике, и там сразу всех, где, покажи. Но, с другой стороны, Жиган тоже нашел. Воровской вход и власть, это, мне кажется, очень близко. То есть, ну, прям, как прям минимум, рядышком, я бы сказал, да, по-моему, происходит. Я думаю, сейчас после этого программу закроют вообще.